Приветствую вас, уважаемые зрители. Вы находитесь на канале Александр Сео Хобби. Сегодня хочу представить вашему вниманию довольно интересный и вкусный рецепт, как мы делали бутерброды в СССР. Рецепт незамысловатый, продукты довольно простые и доступные, но намазочка на бутерброды получается великолепная и очень вкусная. Что нам для этого понадобится? Понадобится половинка тушки селедки, одна морковочка, 3 куриных яйца, 2 плавленых сырка жирностью 45%, пол пачки сливочного масла и небольшой пучочек укропа. Что мы с этим будем делать, сейчас покажу. А процесс приготовления нашей намазки довольно простой. Мы все выгружаем в блендер. И как вы уже догадались, морковь вареная. Как вы уже догадались, мы все это сейчас перемолим блендером. Как видите, все очень быстро и несложно. Плавленые сырки разрезал на более мелкие части, чтобы все поместилось у меня в блендер. Все загрузилось, все поместилось. Теперь вот так вот сверху укладываем зелень. Закрываем крышечку. И в блендере или в кухонном комбайне перемалываем мелко-мелко. Пару минут работы блендером, и получился у нас вот такой вот великолепный, красивый селедочный паштет. Теперь берем хлебушек, намазываем и пробуем. Но чтобы получилось вкусно, и как это мы делали раньше, я сейчас покажу, что надо сделать с хлебушком. В разогретую сковороду капаем немножко подсолнечного масла. Берем 2 кусочка черного хлеба. И обжариваем с разных сторон. Обжариваем хлеб до хрустящей румяной корочки. Переворачиваем на другую сторону. Можно пощупать. Такая шуршавая поверхность получается. И обжариваем вторую сторону. Точно так же. Можно немножко добавить масла. Конечно, можно сделать хлеб и в тостере. Раньше тостеров не было или были не у всех. Приходилось обжаривать хлеб в сковороде. Выложил, чтобы убрать лишний жир, выложил на бумажное полотенце. Теперь беру зубчик чесночка и натираю хлеб. Какой пошел запах, друзья! Чесночок, да еще если это зимой, это очень полезно и очень вкусно. Обязательно, чтобы хлеб еще был теплый, когда вы натираете его. Ну, теперь наносим наш паштет или намазку, кому как больше нравится, на хлеб. Я, конечно, не повар. Получается у меня не очень красиво, но
вкус от этого не испортится. Укладывать можно побольше и поменьше, кому как нравится, друзья. Нравится побольше, намажьте побольше. Нравится поменьше, делайте поменьше. Такая вот, друзья, вкуснотища у меня получилась. Сейчас попробую и попробую вам передать словами. Как хрустит. Очень вкусно, друзья, получилось. Рекомендую попробовать. Делается очень быстро, ничего сложного. Сами видели, продукты простые. Перекрутили моментально. И получилось очень вкусно. На этом, друзья, видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале.